Путешественники начали сплав по реке Онега для того, чтобы попасть в село Пустынка, имевшее большую историю, но сейчас почти заброшенное. А также вспоминают, как годом ранее пробирались к селам Петровское и Остров, затерявшимся среди Аршинских болот и великих озер Тверской области. Я впервые оказалась в таком месте. Довольно часто на глаза попадалась брошенная техника, использовавшаяся раньше для добычи торфа. Ощущения от хождения по болотам были непривычными. С виду обычная твердая земля, но наступаешь и чувствуешь, что под мхом и кочками вода, которая расходится волнами в разные стороны. Мы дошли до берега озера Светлое и занялись приготовлением то ли завтрака, то ли обеда.